журавль. Раньше звери в мире жили, и встречались, и дружили. Мы рассказ свой поведем про лисицу с журавлем. Вот однажды по болоту шла лисица на охоту, повстречала журавля. Ах, давно мечтаю я на обед вас пригласить и по-царски угостить. Отчего же не прийти, манной кашкой угости? Очень мне она по нраву. Постараюсь я на славу, жду вас завтра в 3 часа. Буду вовремя, лиса. День журавль не ел, не пил, все туда-сюда ходил. Нагулял серьезный вид и отменный аппетит. В предвкушении обеда сам с собой отвел беседу. Лучше друга в мире нет, закажу лисы портрет и повешу над камином, как пример для дочки с сыном. А тем временем лиса покумекав с полчаса наварила манной кашки, да размазала по чашке, приготовила, и вот на обед соседа ждет. Здравствуй, лисенька, мой свет. Ну, неси скорее обед, чую запах каши манной. Угощайтесь, гость желанный. Целый час журавль клевал, головой лисе кивал. Да хоть каши той немало, в рот ни крошки не попало. А лиса, хозяйка наша, лижет потихоньку кашу. Ей до гостя нету дела, все сама взяла и съела. Вы должны меня простить, больше нечем угостить. Что ж, спасибо и на этом. Жаль, что каши больше нет. Вышку не обессудьте. Да, и кстати, не забудьте, ваша очередь, сосед, звать подругу на обед. Затаил журавль обиду, хоть и вежлив был он с виду, но задумал он лисицу угостить, как птица птицу. Приготовил он кувшин с горлышком длиной паршин, да налил в него окрошки, но ни миски и ни ложки он для гостей не припас. Тук-тук-тук, сейчас-сейчас. Здравствуй, милая соседка, ты совсем не домоседка. Проходи, за стол садись, угощайся, не стыдись. Начала лиса вертеться, носом о кувшин тереться. Так зайдет, потом вот так, не достать ей ты никак. Запах угощения дразнит, только лапа не пролазит. А журавль себе клюет, и душа его поет. Так он понемножку съел всю свою окрошку. Ты должна меня простить, больше нечем угостить. Нечем? Ты же сам все съел, обмануть меня хотел. Вот тебе я покажу, всем в лесу я расскажу про твое гостеприимство. Это не обед, а свинство. Долго так они ругались, и кусались, и бросались, всем, что подругой нашлось, и с тех пор их дружба врозь. Конец, а кто слушал, молодец. Действующие лица: рассказчик Пальмин Кирилл, лиса Невзорова Ульяна и журавль Тяпкина Мария.